Вместе с открытием новой поликлиники в микрорайоне Вишневец двери для посетителей распахнула и новая аптека сети «Фармация» при медицинском учреждении. Новый объект по адресу Химиков 5 появился не случайно и обусловлен несомненным удобством для пациентов. Это означает, что после получения врачебной консультации и рецепта приобрести нужное лекарство теперь можно будет рядом с поликлиникой. У нас рядом находится педиатрическое отделение, микрорайон молодой, поэтому очень большой ассортимент у нас лекарственных средств для детей, также детской косметики, поэтому надеемся, что у нас все будет хорошо, и мы будем совместно с врачами работать в одной связке, мы же делаем одно благое дело. Два рабочих окна, 9 высококвалифицированных провизоров и фармацевтов, порядка 6 тысяч наименований медицинских изделий и техники, биологически активных добавок и лекарств, половина из которых отечественного производства. Открытие поликлиники номер 7, как и аптеки рядом с ней, жители микрорайона Вишневец ждали долго. К слову, первые посетители уже отметили комфорт и качество обслуживания. Пришли сразу с поликлиники в нашу аптеку, решили купить здесь жаропонижающие и витаминки для ребенка. Шаговая доступность, хорошо, что здесь есть поликлиника, сразу можно с детками прийти самой. Для оказания более качественной помощи все оборудование, как и рабочие места, компьютеризированы. Нашлось место и для ноу-хау. Установленный инфокиоск подскажет, где найти нужные лекарства в аптеках Гродно, а также цену медикаментов. Круглосуточного нету здесь дежурной аптеки. А ведь сами понимаете, люди нуждаются, и среди ночи надо что-то приобрести и так далее. Поэтому сейчас они поизучают, насколько востребован такой вот формат аптеки, и тогда, возможно, переведут вот круглосуточный режим работы. Я думаю, что это будет очень удобно для горожан. 5% скидка на весь ассортимент для каждого посетителя аптеки будет действовать до 3 января 2018 года. В иное время приятные бонусы можно получить и по электронному рецепту.